Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Мне 22 года, я живу с родителями, они меня постоянно контролируют, где я ничего не размещают, постоянно попрекают всякими мелочами, пока что нет финансовой возможности от них съехать. Мою точку зрения они не воспринимают, поговорить с ними нормально невозможно, из-за них я нервничаю каждый день, вся моя жизнь это сплошная паранойя, уже ничему не могу радоваться. Не реагировать на их замечания тоже нет возможности. И что делать в такой ситуации, спрашиваете вы. Я не случайно ваш вопрос целиком прочитала. Я надеюсь, вы немножко вот прислушаетесь к тому, как это вообще выглядит, да? То, что вы пишете. То есть по факту вы говорите умом. Вы говорите. Хочу освободиться от гнета своих родителей, с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, я делаю все, и вся моя позиция направлена на то, чтобы, ну, в определенной степени, да, сохранить статус-кво. То есть, чтобы от родителей, по факту, никуда не деться. Потому что и финансовая возможность у вас съехать от них нет, и вы не ищете какой-то вариант, а вариант всегда может быть при желании, да, то есть там, ну, если человек ищет вариант, он всегда его найдет. И вы реагируете на то, что вам они говорят, что означает на самом деле только одно, что их мнение для вас очень важно, и вы знаете, я могу сказать, что в целом готов поверить в то, что их мнение для вас действительно важно и важно сильно. Я готов в это, правда, поверить. Почему? Потому что это то, что вы пишете, по сути дела. А если их мнение для вас важно, это значит, что вы находитесь с ними в связи. Тесной? Достаточно. Эмоциональной связи. И как бы они вам нужны, родители. Я имею в виду эмоционально, вы в них нуждаетесь. Вот, и поскольку эмоционально вы в них нуждаетесь, то вот вам, в принципе, и ответ на ваш вопрос, пока вы будете эмоционально от своих родителей зависеть, вот, эта ситуация не изменится. Ну, вы можете сколько угодно, да, говорить о том, что я хочу, там, чтобы все было по-другому, я хочу, чтобы все было иначе, можете сколько угодно об этом говорить, но правда здесь она заключается в том, что фактически ничего из этого вы не делаете. Именно вот фактически. То есть фактически ситуация заключается в том, что вы тяготеете к своим родителям. То есть, по
память правильно. Я не считаю, что это, ну, однозначно, что-то такое плохое. Я не считаю, что это однозначно что-то негативное. Но просто говорю, что ваше сообщение очень напоминает психологическую игру «да, но», когда вроде бы я отчаянно нуждаюсь в помощи, вот, вроде бы я отчаянно этой помощи прошу, вот, но правда в том, что фактически эту помощь я принимать не готова, как не готова, в принципе, что-то в своей жизни менять. Вот. И, соответственно, на что вам нужно обратить внимание в первую очередь? Это на то, почему я не могу не реагировать на их замечания. Это то первое, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Из-за чего я не могу не реагировать на их замечания? Что стоит на, ну, на пути, на этом пути. Вот. И, соответственно, уже это с одной стороны. А с другой стороны, минуточку. А чего я хочу? Ну, вообще. Что мне нужно? В чем я нуждаюсь? Как бы. Вот. И вот это противоречие вам нужно разрешить. Потому что придется что-то выбирать, да, или вашу позицию, или позицию родителей. Выбрать и то, и другое, к сожалению, не получится, к сожалению. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.